Дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами снова я, Рэчик. И сегодня, дорогие друзья, я буду продолжать играть Five Nights at Freddy's 4. Итак, дорогие друзья, в общем-то, в прошлой части мы прошли первую ночь, и сегодня мы будем проходить вторую, как вы уже поняли, дорогие друзья. И если у меня будет много времени, я могу уже пройти третью часть, третью, то есть ночь, но... Это уже навряд ли, потому что я хочу снимать по ночам. То есть, первая ночь отдельно видео снял, вторая ночь отдельно видео снял. Все, дорогие друзья. И как вы заметили, сразу у меня тут появились две звезды. Дело в том, что игру прошла моя сестра. Вот. И, в общем-то, да, она мне сказала, что игра очень страшная. То есть, дальше будет еще сложнее мне. И, в общем-то... В экстра не заглядывай, мне сказала она. В экстра хорошо, я не заглядывал и не буду заглядывать. Потом, когда мы пройдем шестую ночь, я посмотрю, что там в экстра. Итак, в общем-то, вторая ночь, дорогие друзья. Каунти. Итак, ночь вторая. Итак. Вот мы находимся здесь, да? Итак, мы должны сбегать от кошмарных аниматроников. Так. Так, мы должны прислушиваться, есть ли аниматроники около этих гребаных дверей. Так, здесь никого. Если что, то я буду колонки закрывать, дорогие друзья, за это искренне простите. Чтобы мне было лучше слышно. Ой, боже мой, дорогие друзья, вот уже пошло, поехало, дорогие друзья. Так, ладно, дорогие друзья, собрались с духом, погромче что-то себе сделали, чтобы мы лучше слышали. Канти. Тогда точно буду закрывать колонки от скримеров, блин, реально, дорогие друзья. Фуф. Так, здесь никого не видно. То есть не слышно. Так, здесь у нас никого нету. Зачем дверь закрывать самостоятельно, блин? Так, я никого не слышу. Но, блин, боюсь, что выпрыгнет Бонни. Я никого здесь не слышу. Так. Офигеть, таблетки я вижу там, около тумбочки. Блин, зачем он закрывает самостоятельно? От этого больше шансов умереть. Так. Нету. Там у нас никого нет, там никто не дышит. Ну здесь тоже. Колонки бы принес бы, а? Хотя какие колонки на планшет? А, или можно, я не знаю. Чика? Так. Никого. Так, Чики нет, да? Правильно. Подожди, у меня такое ощущение, что в головке кто-то там. Нет, мне показалось. Куда мне случится? В дверь.
О, дышит, дышит кто-то там. Так. Спокойно. Я слышу голоса какие-то. Это очень плохо. Так, Чик ушла. Да, почти ушла. Да, так никого нет, слава тебе, господи. Секунду, вы это слышали? Кладовки там что-то. О, дорогие друзья. О, боже мой. Закройся, пожалуйста. То есть уйди. О, слава богу. Когда игрушка его, там ничего боится. Бонни ушел. Бонни, фу. Мне сейчас кексик съед какой-нибудь. Чики нету, слава тебе, господи. Так, кладовки. Так, закройся. Все, спасибо, молодец. Голос не слышно. То есть дыхание не слышно. Так, уйдите. Чики тоже не слышно. Слава тебе, господи. Что ехать не слышно. А, ну в смысле нормально. Дыхание я не слышу. Отлично. Так, ой, Фредди, эти гребаные бесят меня они. Из-за них, наверное, на меня нападет большой здоровый кошмарный Фредди. О, сигналит уже мне. То есть у меня вот сейчас свет. Понял, кто нет? Нет, не выглядит. Отлично. Его-то вообще нету. Ну, есть, конечно, но около двери он не стоит ради над душой. Да чтоб вы... Дыхание, дыхание же слышно. Сейчас напрыгнет Фокс. Слава богу, не напрыгнет. Да что ж вы все там дышите над душой, а? Слава богу, здесь дыхания нету. Так, а здесь у нас... Здесь у нас Фокс вообще почти ко мне не подходит. Так, отлично, супер. 5 часов почти, немножечко. О, 6 часов, отлично, супер, дорогие друзья. Мы выиграли вторую ночь. Фу, отлично. Так, веселье с плюс штрапом. Давайте, чтобы он встал на крестик, мы должны нажать на него, так. Я так понял, что здесь нужно слышать шаги, не... Я один раз в интернете посмотрел у одного ютубера, что надеюсь все знают этих ютуберов, которые пасхалки делают, дают, то есть пасхалки нам показывают их. Так, не буду их имена называть, потому что вы и так, наверное, знаете. Так, ну чё, нужно шаги слышать, да, медленно, но, блин, я боюсь слышать, потому что один раз я попробовал так же, как я послушал шаги, и как надо, вот я все вот прислушался, и вот... Потом нажал на меня, и этот гребаный плюш-трап напрыгнулся. То есть напал. А, гребаный плюш-трапик. Говорят, кстати, если ты пройдешь игру, то тебе дойдут плюс 2 часа, да. Хотя там даже написано, когда нам говорят веселье с плюш-трапом, да. Плохо. Ну, ничего страшного, плохо так плохо. Сколько мы снимаем, я даже не проверил. Я даже не проверил, дорогие друзья. Ну, ничего страшного. Так, давайте еще одну ночь пройдем.
Или давайте не будем проходить сегодня эту ночь. Будем по очереди проходить. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья, то, что посмотрели этот данный видеоролик. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, а также оставляйте комментарии. С вами был я, Рэчик. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.